Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 10. Заполни пропуски в таблице, выполни вычисления. И объясни, почему периметр прямоугольника увеличивается на 20. Решение. Если длина прямоугольника 2, а ширина прямоугольника 3, это значит, мы 2 прибавляем 3 и умножаем на 2. Так как стороны прямоугольника равны, получаем 10. Если периметр 30, а ширина прямоугольника 3, то длина его будет равна 12 сантиметрам. Проверим. 12 плюс 3 будет 15, умножим на 2, получится 30. Длина 22, ширина неизвестна, а периметр 50. Получается, что ширина равна 3 сантиметрам. Проверим. Это можно сделать так. 22 умножить на 2 будет 44. 50 минус 44 будет 6, а затем 6 разделить на 2. Получим 3. Таким образом, мы найдем вторую сторону прямоугольника. 32 длина, 3 ширина. 32 прибавить 3 будет 35. Умножаем на 2, получаем 70. Длина 42, ширина 3. 42 плюс 3 будет 45. Умножаем на 2, будет 90. Найдем длину. Для этого мы 3 умножим на 2. 2 ширины будет 6. От 110 отнимем 6. Получится 104. Значит, 104 сантиметра – это 2 длины. Разделим их на 2 и получим 52 сантиметра. Периметр увеличивается на 20 сантиметров потому, что длина прямоугольника увеличивается на 10. Было 2, стало 12, затем 22, затем 32. Каждый раз она увеличивалась на 10, при том, что ширина всегда оставалась неизменной. Следовательно, и периметр увеличивался на 20, так как две длины у прямоугольника. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.